Добрый день, дорогие друзья! Сегодня решил пожарить карася. Думаю, заодно покажу, как это я делаю. Ну, те, кто занимается каналом кулинарным, тем, наверное, будет неинтересно. Вот нашему собрату это, может быть, и будет интересно. Значит, почистил карася, выбросил внутренности, выбросил жабры. А теперь делаю вот такие вот насечки. Буквально через 3-4 миллиметра. Так, теперь беру муку. Муку, кстати, я беру кукурузную. С кукурузной мукой мне больше нравится. Так, сковородка нагрелась. Выливаю туда масло. Вот когда такой большой карась. Большой карась я, наверное, буду кускам его порежу. Но сначала тоже сделаю насечки. Чтобы такой большой прожарился, лучше его кусочками порезать. Ну, так можно, в принципе, жарить и тарань, и леща тоже. Вот эти косточки, которые находятся в хребте, в рыбе, они при жарке, они ужариваются. И, в принципе, косточек вообще нет, не чувствуется. Значит, смасолю и перчу я рыбу прямо на сковородке. Для этого я беру соль, смешиваю ее с перчиком и сверху посыпаю. Ну, так жена научила, так, в принципе, так и делаю. Сверху я присыплю. Все, накрываю крышкой. Из кукурузы муки рыбка становится желтая. Прикольно, мне нравится.
и вкус у нее другой. Теперь посверлю с другой стороны. Все. И дожаривается. Я пробовал как-то вместо муки крупу кукурузную, но с крупой немножко не то, на зубах скрипит. Ну вот, наша рыбка готова. Все, рыба готова. Вот это все, что я вам хотел рассказать. Ну и вот что в конце концов получилось. Мне нравится. Сейчас готовый обед. Все, будьте здоровы, не хвоста, не чешуи.